Здорово. Очень интересный лайфхак, который вышел из меня, как бы, как утром из меня вышла черепаха, вышел из меня сейчас по поводу окружения. Но это наблюдение, которое уже давно как бы у меня перед глазами. То есть и плюс в конце этого видео ты еще сможешь послушать небольшой отрывок отзыва очень успешного молодого парня. Ну, это чуть позже. Значит, смотри, тема женщин, она очень сильно объединяет мужчин. Если ты хочешь найти себе какое-то окружение, тебе неплохо, конечно, искать людей, которые совпадают с тобой по духу. И, в общем, конечно, каждый из нас жаждет оказаться в окружении, хотя бы если уж не успешных там миллиардеров, да, там, а стремящихся к чему-то хорошему людей. И, как я сказал, тема женщин очень объединяет. После моих тренингов парни начинают дружить, и я такой, как мать-гусыня такая за своих цыплят, птенцов, утят. То есть я радуюсь, когда вижу, что эти люди начинают дружить. То есть не только с женщинами у них что-то начинает получаться, но еще и, в общем, они начинают там друг другу помогать, тусоваться и так далее. И это как раз будет история, отзыв от того парня, который подружился с несколькими там выпускниками других групп, и они там совместно сейчас там делают кучу каких-то интересных дел. И мораль такая. Ищите себе хороших, развивающихся, стремящихся единомышленников в тусовке тех людей, которые общаются с женщинами. То есть, если вы видите кто-то на улице вашего города или там в торговом центре знакомиться, подойдите, начните общаться с этим человеком. Обязательно. Значит, он стремится, то есть преодолевает себя, и у него все будет хорошо рано или поздно. И с такими людьми надо общаться. Многие спрашивают, где найти единомышленников. Там, ищите в чатах, ребят, ищите в комментариях. Просто, я говорю, ну, видите кто-то знакомится, подходите. Я считаю, что интерес к женщинам, особенно нескрываемый, когда мужчины его проявляют, они делают какие-то действия в этом направлении, это вообще охренительный критерий того, что это нормальный мужик, развивающийся, стремящийся, у которого есть яйца, который к чему-то придет. Поэтому тусовка таких парней – это то, что вам нужно. Сейчас очень много стало мужчин, которые бездействуют, которые сидят на диване, на жопе ровно, у них вечно все во всем виноваты, они ничего не делают. И возможно, что такие даже есть там среди твоих знакомых и друзей. Беги от таких людей. Это полный антипод. То есть эти люди обречены на неуспех в жизни. И они тебя с собой затащат туда. И если даже ты там сейчас находишься, ты будешь оттуда пытаться выплыть, они будут тебя тащить на это дно. И я давно заметил такую тенденцию, что если человек не способен даже самому себе признаться, уж тем более кому-то другому, в том, что ему нужно прокачать тот или иной навык, неважно, там, с женщинами, с деньгами, с коммуникацией. То есть, если этому человеку что только не говори, слушай, тебе бы поучиться вот этому может, а не хочешь вот это там освоить, а вот это потянуть и улучшить. И когда человек говорит, не-не-не-не-не, у меня все в порядке, мне ничего не надо, все, у меня все классно, меня все устраивает. Если он даже себе не может в этом признаться, в необходимости улучшений по каким-то фронтам, значит, он гарантированно обречен на неуспех в жизни. Это реально закон. Потому что только признавшись самому себе в том, что ты болен, ты можешь вылечить какую-то болезнь. Только признавшись себе, что тебя в жизни что-то не устраивает, ты можешь пойти и это поменять. Как ты это поменяешь? Как ты изменишь свою жизнь, если ты сам себе врешь и говоришь, у меня все нормально, у меня все устраивает, у меня все хорошо, все отлично. Ну отлично, тогда это, ну, так сказать, нет необходимости шевелиться, нет необходимости предпринимать действия, что-то делать. Зачем? Все же отлично. Все, это провал. Поэтому ключевой смысл этого видео еще раз. Если вы хотите найти себе нормальное окружение, как вариант, ищите его в этой тусовке, в тусовке мужчин, которые общаются с женщинами, которые активно знакомятся, там ходят на свидания и прочее, прочее, прочее. Либо на любых развивающих тренингах, семинарах, которые проходят в вашем городе. Это, как правило, люди, готовые развиваться, причем готовы развиваться настолько, что они готовы инвестировать в свое развитие и деньги, и время. И они обязательно будут отбивать это время, эти деньги, пытаться сделать то, чему их там научили, неважно, там по маркетингу, по бизнесу, почему угодно, это мероприятие. А когда мужчина знакомится, если вы думаете, что «О, так это ж другой человек, у него нет таких проблем, как у меня, ему легко». Ни хрена подобного. 90% мужчин, они испытывают дичайший страх даже во время знакомства с женщинами. Но о чем это говорит? Значит, если он преодолевает себя, он по-любому добьется успеха в жизни во всех остальных областях. И с такими людьми и надо как раз общаться, дружить. Другой вопрос, этому надо будет соответствовать.
Захотят ли они с тобой дружить? Это уже отдельная история, отдельное видео. Причем прошло достаточно много времени с тренинга, а человек все равно меня помнит. И как бы не просто помнит, всегда приятно получать такие благодарности. Хочу вам включить отзыв одного молодого парня, который сейчас, кстати, общается еще с двумя чуваками там с других групп. И они ездят путешествовать. Они сначала начали общаться на теме женщин, потом там один какие-то марафоны бегает, потом еще что-то. То есть они как бы друг друга заразили своими вот этими любимыми занятиями. Другой разбирается в крипте, разбирается там в акциях. То есть они как бы друг друга этому учат. То есть они помогают друг другу вылезти наверх, туда, в лучшую жизнь. И сначала все это начиналось с темы женщин. А сейчас, по-моему, у них даже какой-то совместный бизнес-проект. И сейчас хочу дать тебе послушать этот отзыв. Я хотел просто тебя в очередной раз поблагодарить за, наверное, то состояние, те возможности, которые дает твое учение, твоя там система. И ты в целом за твой вклад в меня, хоть там и частично, может быть, опосредованно через какие-то видео, книги и все остальное. Вот, но все больше и больше начинаешь осознавать, насколько он важен и насколько сильно он влияет на качество жизни на текущий момент. Причем не только касаемо девушек, но в том числе касаемо бизнеса и в целом взаимодействия с людьми. Вот, что касается девушек, то тут результат вообще какой-то космический за этот год. У меня было столько девушек, сколько не было до этого за всю, получается, жизнь. Что касается бизнеса, тоже во многом то состояние, как бы та уверенность, которая приходит после прокачки в сфере общения с женщинами, она, конечно, тоже очень помогает. Во многом из-за этого сейчас получилось сделать небольшой скачок и выйти на другой уровень. Вот. Сейчас, кстати, нахожусь в знаковом месте для тебя. Это Таиланд, Паттайя. Сейчас тоже запишу видосик небольшой с видео. Ну и, в принципе, сейчас есть возможность находиться где угодно. Благодаря клиентам, которых я когда-то закрывал, так же, как девушек, тоже. Частично вспоминая тебя. Вот, в общем, я передаю тебе привет, поздравляю. И так, в качестве небольшой благодарности хотел тебе подарок сделать в честь твоего события. Небольшой. Ну, там, переведу тебе определенную сумму. Вот, не знаю, что-то с ней там сделаешь, выпьешь вина или что угодно. В общем, на твой вкус, на твой там выбор. Вот это там, чтоб ты сразу понимал, не просто как бы искреннее желание, без какой-то там мысли что-то получить взамен, просто вот захотелось, и я как бы отправлю. Вот, как-то так. Спасибо тебе за все. Ну и, парни, осталось только мне пригласить вас и, в частности, тебя стать частью нашей большой семьи, частью нашей большой тусовки. Только тренинг-практику уже прошло более 500 человек, не говоря уже о каких-то онлайн-тренингах, онлайн-программах, системе. Там несколько тысяч человек за все эти годы. Для того, чтобы присоединиться к нашей тусовке, ссылка здесь под видео. 15-18 декабря, новогодняя практика. Увидимся.